Смотрите, во-первых, чтобы обращаться к губернатору, надо сформировать перечень тех требований, которые... Мы пока только говорим, давайте сформируем этот перечень требований. Вам же вчера это говорили. Отправить всех в отставку, кто ответственен за реформу. Расторгнуть контракт из Питеравто. Третье, это назначить новый конкурс. Четвертое, по доброй воле, пусть Питеравто остается у нас в городе максимум на 20%, 1-2 контракта им оставьте. Остальные автобусы пусть переводят по договору Алексей, на наших перевозчиков. Я видел, это абсолютно внятные, четкие. Подождите, я понимаю, я видел, где-то ходят... Здесь вообще быть не должно. Вы требования попросили, вам ну, давайте сделаем так. То, что вы сказали, я услышал. И, значит, я могу быть уволен с работы либо по решению работодателя, либо по своим собственным убеждениям по личным вопросам. Я сделаю выводы, которые для себя сделаю, понимаете? Хорошо, тогда вы сейчас должны отстранить от руководства всех представителей УТИСа и всех ответственных за реформу, всех, кто формировал эту реформу. Абсолютно справедливо. Расторгнуть контракт с сегодняшнего дня. Ваш представитель юридической службы врет народу, говоря о том, что нельзя расторгнуть по 44-му ФЗ. Пожалуйста. Можно. Либо по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке. У вас уже масса поводов для расторжения контрактов. Либо по решению суда. Зачем вы врете-то народу, а? Вы же как бывший работник УТИСа. Я как бывший работник знаю, что можно расторгнуть. Вы же знаете, что можно. А я не утверждаю, что нет, сегодня нельзя. Посмотрите. Вы вводите в закон. Посмотрите. Результата. Давайте сделаем так. Где четко сказано. Вы надеетесь на то, что опять заново Питеравто выиграет конкурс на основу? Это не обсуждается. Кто надеется? Вы подняли сейчас налог, не спросив народ, на землю, на 10%. Все слышали? Сегодня сказали представители, что будет 10% налог на все огороды, господа. А с чего это вдруг? Они нарушили закон. Они сейчас все будут платить. Почему вы не расторгаете? Почему вы не расторгаете контракты? Где представитель УТИС? Я директор общественной организации. Начальник транспортного цеха где? Господин Машуков, ответьте народу, почему вы не расторгаете? Говорю, в настоящее время проводится претензионная работа. С Питеравто. Со стороны администрации города Новокузнецка. Составляются претензии. Микрофон возьмите. Давайте. Люди не слушают. Дайте микрофон. Да нету микрофона. Микрофон сгорел. Погромче. В настоящее время проводится претензионная работа в отношении организации Питеравто, которая обслуживает в настоящее время маршруты города Новокузнецка. Претензий очень много. Долго это будет все еще собираться? Будет собираться, согласно условиям госконтракта. А сколько по времени? Подожди, девушка. Месяц, два, год, три. Постоянно будет собираться. Постоянно девушка, будет тихо. Работать, да. Никакого. Девушки, вопрос задают. Давайте выясним. Вы говорите, что нет оснований для расторжения контракта с Питеравто. Вы это людям говорите? Ну скажите, да или нет? Нету оснований. У вас нету оснований. Хорошо, давайте обсудим. Вот в настоящий момент это недопостановка транспортных средств в полном объеме. К началу работы, к 18-19 числу, это их недоукомплектованность терминалами, это неукомплектованность их водителями, это постоянные срывы всех маршрутов, времени и всего прочего. У вас достаточно оснований, чтобы в одностороннем порядке в течение одного дня расторгнуть с ними. Вы даже не вникаете, вы слушаете начальника юридической службы, который говорит, у нас нет возможности 44 ФЗ вообще расторгать с кем-либо. В настоящее время проводится претензионная работа, как я уже сказал, выше. У вас достаточно оснований на это. Чего вы? Но я надеюсь, вы хорошо изучали контракт данный и прочитали там. Вы сейчас можете расторгнуть этот контракт. Вы в настоящее время. Да, даже мы не спрашивали. Вы в настоящее время. То, что можно расторгнуть контракт, я не дезинформирую.
Господа, это статья 450 вот Гражданского кодекса. Подожди, Алексей, вы все можете посмотреть, Алексей, и ознакомиться. Ирина Юрьевна говорит о другом, что в один день, как вы говорите, вот невозможно расторгнуть даже в одностороннем порядке. Евгений Александрович, я вам просто... Алиса, можно расторгнуть? Я не представитель перевозчиков, я представитель горожан. И я требую, чтобы вы отменяли эти конкурсы, назначали новые. И чтобы наши перевозчики выходили на эти конкурсы. Питеравто можете оставить, но не больше, чем на 20%. Максимум 20%. Я вообще не понимаю, как это вяжется с антимонопольным законодательством. У нас больше, чем на 90% представлен перевозчик в городе. Да, Лиса. Вместо того, чтобы оживить город, вы уничтожили индустриальный город. Вы просто превратили его в какой-то моногород. Вы лично своими сейчас руками, наши представители, господин профессора, господин Машуков, вы лично своими руками вырезали весь муниципальный транспорт. Вы не оставили. Малый вы уничтожили бизнес, весь малый бизнес. И вы второй день здесь молчите. Вы второй день молчите. Зачем вы меня сегодня спрашивали? Хочу я вместо вас поработать. Уважаемый, отвечая на ваши вопросы, вы задали вопрос, получили ответ. Так вам задали вопрос, сколько вы будете вот это все собирать? Сколько можно? Вы пока 18 числа ни одного... Ситуацию виноват. 18 числа ни одного... Нормально. Не отработали. У них то водитель не туда уехал, то в аварию, то еще что-нибудь. Вы на это спокойно смотрите. Но дырки на пазиках, на ржавых, вы увидели все. И причем в один день и разорвали со всеми контрактами. Поверьте, работа проводится. Где проводится? Улучшений нету никаких. Ну нету никаких. Какому Питеравто? Вы хотите, чтобы их вообще задавили? Да их взорвут там вместе со всеми ихними автобусами. Вы что творите-то сами? Господин Машуков, школы нету. Сейчас как хотят, так и убирают дома. Сергей Николаевич говорил, такие деньги собирают до 1 ноября. До 18 ноября я разорву, не будет автобусов. Нет автобусов. Сколько должно быть? Нету. Он три раза обещал, и смысла нет никакого. Автобусы на линии. Все на линии, все 341 на линии. Нет. Теперь причина у нас в водителях. В водителях? Ну, не пойдут наши мужики к ним работать. Не пойдут. Просто шорная компания. Юристы могут сказать слово. Они представляют, что в Питере. Зачем уничтожили праздник Новый год? Эту елку убрали. Мы спокойно бегаем, где твою видели. Которая с натуральными лапами была. Дети в школу делали игрушки. Пожалуйста, не надо елку. Давайте, юрист. Давайте еще спросим. Подождите, господин Машуков, сколько вы тратили на транспорт в прошлом году? Нет, сейчас цифры-то нет. Конкретно скажите, вы начали транспорт. Да вы голос не повышайте, нервы. Ну, примерно. Себя только держите. Но я не помню цифры. Я вас вообще не спрашиваю. Не помню цифры. Не хочу вас обманывать. Приблизительно скажите, сколько? 800 миллионов. Хорошо. Господин Машуков, вы слышали, сколько вы тратили? Вы слышали, сколько вы тратили? А сколько вы теперь планируете тратить? Вы же какое-то финансово-экономическое обоснование. Подождите, 800 миллионов ГЭТ. Какая-то часть идет ГЭТу. То есть они на автотранспорт тратили, допустим, 500 миллионов. Ну, грубо говоря. А в следующем году сколько запланировано? Скажите нам, финансово-экономическое обоснование, когда вы делали, конкретно, сколько вы закладывали в эту реформу? Теперь по году сколько вы будете тратить конкретно на автобусы? Не помню цифры. Да вы ничего не помните. Как же не помните? Ну как, не помните? Мы доверяем вам наши налоги, наши деньги. Вы знаете, сколько вы тратите? Вы тогда... Вы зачем на разговор с людьми пришли? Вы ни одной цифрой не владеете. Смотрите, вопрос. Подождите, можно я... Юрист, согласно распоряжению главы города номер 777 от 15 июня на транспорт выделено на 10 лет более 22 миллиардов. По году это более 2 миллиардов в год. И они все дойдут до места. А сколько вы сейчас собираетесь пассажиров? Господин Машуков, а вы изучали вообще вот историю в Перми каким-то образом? Она вас... Нет, не изучали? То есть вы начали реформу, не изучая ничего? Просто с головой туда. У вас никакая практика. У вас господин Новохадский постоянно апеллирует какой-то мировой практике. А вы хотя бы нашу российскую практику изучили, с чем столкнулись другие регионы? Вы вообще что-то знаете? Вы профпригодны? Спросите, сколько зарплат. Давайте назначим на профпригодность комиссию. Вы не профпригодны, я сейчас это вижу. Вы не знаете цифры. Вы не знаете бюджет. Вы говорите, мы не делали никакое финансово-экономическое обоснование. Как вы реформу проводили, господин Ушуков? А вы знаете, что на количество вот это...
что автобусов на количество этих маршрутов не хватит. Вы это знали? Знали. Знали? Знали, тогда это саботаж. А почему теперь еще один вопрос. Важный. Господин Бедарев, вы сегодня начали говорить, что вас перебили люди, о том, что маршруты были разработаны посредством ПКТИ. Это так? Вы точно хотите рассказать? Давайте расскажите людям, как это не Новохадский сделал, а как это сделал Стройинвестпроект. Расскажите, мы послушаем, потому что на общественных слушаниях вы убрали этот вопрос обсуждения формирования маршрутов Новокузнецка. Давайте расскажите, а я тоже хорошо могу там все пояснить и напомнить вам, как что происходило. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Ну, маршрутная сеть, которая... Я тогда это просто не стал огласки. Маршрутная придавать. Сеть, которая была сформирована Стройинвестпроектом, она претерпела большие изменения, вы это тоже прекрасно знаете. Ни один маршрут не перекочевал из нее. А зачем вы 24 миллиона потратили тогда на этот... Почему вы выбрали самый дорогой контракт? Почему вы на соисполнение пытались взять... компанию соисполнителя на 60%, что противоречит федеральному 44-му закону. Что? Ну, как раз против этого заказчик и был, против 60%, вы это тоже прекрасно знаете. Это я был против этого, а вы требовали согласовать. У меня есть вся переписка, которую вы просто подлым образом передавали москвичам, нашу внутреннюю переписку именно с главой. Именно я? Ну, вы сейчас проводите что, предвыборную кампанию? Это не предвыборная кампания. То есть я просто я на вас давил сейчас. Я с вами дел иметь не хочу. Я просто житель города. Я житель города, я представляю интересы не перевозчиков. Вы постоянно обращаетесь, когда к народу, вы говорите, представители перевозчиков, прекратите это делать. В самом деле, мы горожане, мы пришли, мои родители пользуются общественным транспортом ежедневно. Почему они вынуждены претерпевать такие неудобства? Потому что господин Машуков, он не понимает, что такое экономическое обоснование, он не знает маршрутную сеть нашего города, он ничего не понимает, потому что такие люди стоят в руководстве. Я вам благодарен, вы сейчас своими действиями просто обнажили немощность, невозможность к развитию нашего города, к трансформации и невозможность решения конфликтных ситуаций. Вот в частном диалоге вы просто начинаете на конфликт идти, а на публику вы вообще ничего сказать не можете. Вы ни одной цифры не оперируете, вы безграмотный человек. Вы должны покинуть свой пост, вы не имеете права никакого его занимать. Сейчас написать заявление об уходе. Вы как офицер и как мужчина должны покинуть этот пост. Напишите заявление об уходе. Напишите заявление об уходе, пожалуйста. Они не будут писать. А мы поддержим. Вы же ничего не знаете, ничего не понимаете. А если он знал, что автобусы прекрасно на маршруты? То значит, получается, вы город ведете просто к экономическому. Вы оставили его сейчас без транспорта. В случае, я еще скажу одно. Если сейчас мы это все проглатываем, хорошо, мы привыкаем к этим маршрутам, худо-бедно. Но если что-то произойдет, запомните это, когда-то у Питеравто, не дай бог, у них случится, чего мы им не желаем, точно, банкротство. Или по каким-то иным причинам город не сможет выполнять их обязательства, потому что на вас лягут не только их брутоконтракт, но и все заложенные по контракту их расходы. Вы об этом людям не говорите, поэтому это будут не те деньги, которые заложены. И у них нет абсолютно никакой мотивации собирать, кстати, деньги с города, о чем вы говорили. Я не об этом. Я о том, что если что-то случится с Питеравто, они идут из города, у нас не будет ни наших перевозчиков, ни муниципального транспорта. Это подвергает опасности вообще транспортную всю систему нашего города. Это транспортная безопасность. Вы сейчас киваете головой, вы согласны с этим? А как вы к этому привели город? Умышленно. Да там умышленно руководить. Нет, пусть скажут, ответьте сами. Сами ответьте. Мы вас не видим, не слышим по телевизору. Везде за вас отдувается бедолага Новохадский. Скажите лично вы конкретно. Ну, докладываю, подготовлен документация, проведен конкурс. Перевозчик выиграл определенную. Подождите, вы сейчас согласны? Так же ездят, ну. Господин Машуков, да. Вы только что говорите, что согласны с тем, что вы ставите под угрозу всю транспортную безопасность города Новокузнецк, транспортное обеспечение. То есть вы с этим согласны, но вы говорите, мы подготовили и провели. Но вы спросили, как проводился, я вам ответил. Я вас спрашиваю, как вы к этому привели, как вы допустили. Вы согласны с тем, что это ставят под угрозу? Вы только что согласились, что ваши действия ставят под угрозу... В случае того, о чем вы говорите, это может произойти, естественно, что не нужно допускать. Да почему? Почему? Вы это случае. Допускаете? Вы-то это почему допустили? Мы не допускаем. Вместо того, чтобы... Работаем. Автобусы работают. Те деньги,
господин Машуков, который вы заложили в этот брутоконтракт, вы могли за 2-2.5-3 года полностью обновить весь свой муниципальный состав. Вот. Полностью. Это все легко считается. Вот. За новый транспорт Питера заплатите вы своего кармана, горожане. За транспорт Питера. Они не на свои его деньги покупают. Его себестоимость будет переложена на брутоконтракт. Стоимость их услуг составляет выплата лизинга. Они будут оплачивать по ускоренному лизингу за 2.5-3 года. Вы оплатите со своего кармана, но не наш муниципальный транспорт будет, а транспорт Питера. И вам на это нечего сказать. Это установка наши мэра. Надо выбираться. Губернатор. Тихо, тихо, дайте юристу сказать. Мы сейчас слышали о том, мы сейчас слышали о том, и я уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что представители администрации просто нагло лгут нам всем. И вот снова мы слышим о том, что невозможно сейчас расторгнуть контракт, что у них очень длительный претензионный порядок и все прочее и тому подобное. Так вот, пункт 13.5 муниципальных контрактов, все они идентичные. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией закупки требованиям. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается не позднее, чем в течение 3 рабочих дней. Размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте. Вот расторгайте! Почему? Почему вы так? Расторгайте! Алифия Александровна, подождите! Документацией о закупках было предусмотрено, что подрядчик обязан на дату 6 ноября иметь у себя в наличии необходимое количество транспорта, соответствующего условиям документации. На дату 6 ноября, как мы понимаем, не было того количества, которое необходимо. Вот администрация должна была в течение 3 дней принять решение об расторжении контрактов и разместить в информационной системе данную информацию и принять какие-то экстренные меры к тому, чтобы закрыть эти направления, чтобы людей не повергать 18 ноября вот в то, во что они нас повергли. То есть они должны были принимать эти действия. Писали на коронавирус. Но они ничего не предприняли. Ничего. 6 ноября они должны были знать, что нет. Более того, 5 ноября глава города в программе «Утро с мэром» говорил о том, что у них возникли проблемы с заводом из-за коронавируса, и порядка 100 автобусов они будут докупать на другом заводе и так далее. Это было 5 ноября, то есть они знали о том, что необходимого количества транспорта нет. Но они до 18 ноября бездействовали. Они могли продлить действия свидетельств на определенные маршруты, существующие, до 18 ноября. Они знали, что транспорта нет, но они этого не сделали. Тем самым они подвергли людей опасности. Мог потеряться ребенок, кто-нибудь мог замерзнуть на остановке, заболеть и так далее. Это их ответственность. Я вам хочу одну вещь сказать. Сегодня из Москвы пришла информация, а завод-то об этом не знает. Завод-то работает. Он готов автобусы поставить. На каком обосновании остановилась линия, то есть по поставке сюда в Новокузнецк, никто не знает. Вы сейчас сами ответили на это. Вот это вообще новость! Вот это вообще новость! И вы, господа, нам говорите, что вы не можете расторгнуть контракт? Так, тишина, давайте послушаем ответ! Спасибо. Наша любимая рубрика. Стиль, так, тихо. Это все бесполезно. Конкретно скажите, вы будете расторгать контракт? Машуков. Стоп, вы задали маршрут. Да? Это не важный вопрос. Что? Да что все вы понятно. Говорите, с чего стал не важно? Что, по поставке автобуса? Да, Какая разница? Я отвечаю на Олесю Александровну вопрос. Нет, сейчас ваш вопрос. Ваш вопрос не важен. Его важен. Обращайтесь к людям. Я прошу дать возможность ответить на ваш вопрос. Не надо перебивать народ. Никто не перебивает. А вы вообще за вам по социальным вопросам? Вы здесь зачем? Почему думаете, вы здесь долго просидите? Вы еще без году неделю в этой должности. Вы уже так уверенно себя и так уверенно себя чувствуете, жестикулируете. У меня к вам. Да мы уже я не понимаю, зачем вы здесь есть. У нас социальный рапорт.
А вы все время социальные, точнее, как раз транспортные. Вы какие решения принимаете? Вы тоже на себя возлагаете ответственность за эту реформу? Я в этой группе, которая представляет администрацию. А толку-то что вы находитесь? Что вы здесь решили? Постоять, помолчать. Вы зачем кричите? Я хочу, чтобы меня побольше народу слышало. Как микрофонов нет, я буду... Вам нужен ответ на ваш вопрос или нет? Нам нужно, чтобы убрали. Дайте возможность ответить. Я пытаюсь услышать с самого начала. А я вам пытаюсь помочь это сделать. Дайте ответить. Два вопроса. Отставка или контракт разрывает человека? Не или. Не или. Вы должны расторгнуть контракт и уйти в отставку. Либо сначала уйти в отставку, потом необходимо расторгнуть контракты, без разницы. Кто его расторгать-то потом будет? Новый начальник. Где ответственность за людей, которые мерзли на остановках? Ответьте на два вопроса. Вы расторгните контракты. Вся работа будет проведена в рамках правового поля. Я вам поясняю. Погромче, можно? Вся работа будет проведена в рамках правового поля. Исполняя законодательство. Вам сейчас отдать права. Вам юридически. Сказали ваши права. Повернитесь юридически. Народу, господин Машуков, у вас звездный час, мы вас никто не видели, не слышали, а теперь вас все увидят. Я с народом? Вместе с вами? Вместе с вами? Вы в отставку сами уйдете, вы уволитесь. Вы считаете, мы не хотим такого руководителя. Кто от кормушки уйдет? Вы провалили транспортную реформу. Вы поступили предательски к своему городу. Вы поступили предательски горожанам, к бизнесу. Ответьте, за что вы город так ненавидите? Вы как с этим дальше собираетесь вообще жить? Посмотрим. Вам не стыдно занимать вот эту должность? Посмотрим. Вам не стыдно? Посмотрим. Вас спрашивают, а вы говорите посмотрим. Я исполняю свою обязанность. Я вам еще раз поясняю, я исполняю свои обязанности. Они нам уезжают, мы здесь стоим, а вы... Вот люди стоят, вам стыдно? За что? За то, что люди не могут уехать, за то, что люди остались без работы. За провалы, за начало работы по транспортной, она по контракту, мне стыдно, она да. Она экономически провалена. Она экономически ведет город к огромным тратам. Вы ничего не делаете, не исправляете. Вы не сделали никакого финансово-экономического обоснования. Каким образом? Да всем образом. На 8 утра было. Мы тут же залазим. Если вы не знаете, каким образом это все исправлять, зачем вы говорите? Вот за рубежом мы потребовали компенсацию. Сканчиваете и смотрите наличие всех автобусов на линии. Это 100%. Когда-то вы встречаете людей барским своим видом, когда приходят к вам социальной поддержки и просят, помогите инвалидам. В итоге говорят, что было 9 автобусов. Нету денег, да. Денег не дадим. Хорошо, последнее, господин Бедрович. Вы сегодня доложили губернатору, что люди его здесь ждали. Вы в приемную доложили, у всех есть. Если у вас нет, у кого у вас прямая связь с губернатором? Они не доложили. Я не понял. Господин Бедрович, вы доложили? Приемного губернатора доложили, да. Он приедет? Не знаю. У вас же есть прямая связь с нашим работодателем? С господином Кузнецовым у вас есть прямая связь? Я в силу своей... Ну, я не стал сегодня с ним разговаривать на эту тему. А почему? Не кричите. Не кричите. А кто вы такие? Что вы хотите, чтобы я сегодня доложил главе города? О том, что... Он знает... Он знает, что здесь люди. Он знает, что здесь люди. Вашего города, когда мэр знает, что мы здесь, но он не соизволил прийти. Второй день мы здесь бьемся. И вы не хотите не связываться ни с мэром города. А что я ему скажу? С губернатором вы не можете связаться. Что я ему скажу? Ну вы же сейчас сами сказали, что я ему скажу. Я вам такого не говорил. Ну как? Вы ему должны были сказать, что народ требует, чтобы расторгли договор. Все наши требования, они одни и те же. Второй день. У вас какие-то каналы официальные. Губернатора вы позвать не хотите. Вы хотите, это чтобы так вот втихаря все и прошло, мы разошлись, мы не уйдем. Господин Машуков, вы куда пошли? Мы не разойдемся. Держите его. Держите Машукова. Держите его. Он сейчас не убегает. Он с телефоном убежал. Совещание. Он там страница. Там еще одна страница. Что, ОМОН вызывает?
Давайте. Точно. Найдите, снимите его крупным планом. Вы почему таким образом все... А каким образом? Каким образом? Он нас не собирает. Так как я обратилась, я за это извинилась. А так как вы сейчас обращаетесь... Тихо, давайте я тоже свое мнение... Почему вы полагаете, что вы можете... Я разгневанный житель, потому что вы провели непрофессионально эту транспортную реформу. Вы поставили Алексей, на колени весь муниципальный транспорт. Алексей Владимирович, это ваши суммы. И сотни семей, Куда пойдут кондукторы? Куда пойдут водители? Вы об этом подумали? Вы стоите и вот так вот просто рассуждаете. Зачем нужен этот преферат? Вы объясните вот это. Вы много детей оставили без права существования. Очень много семей. Вы вообще просчитали социально-экономические последствия? Без работы составили. На остановках к народу. Вчера они ментально разъезжаются отсюда, преферат попал в аварию на Дубовском кольце. Тут полицейский. А кто сломает? Кто сломает? Кто не туда едет? Побежал, подписи собрал. Тем не менее, это в рамках действующего законодательства. Вот это не надо так. Почему? Что в рамках? Создание комиссии в таком составе. Что решала ваша комиссия по безопасности? Комиссия решала установление изменений и отмены маршрута. Как вы просчитали социальные экономические последствия вашей деятельности? И чем здесь комиссия по безопасности? Где глава города? Вы вообще о чем говорите? Вот еще как трус не выходит сюда. А при чем она говорит комиссия по безопасности? Вы что в самом деле? Комиссия по безопасности собирается по изменению маршрутов и всего прочего. Они, наверное, говорят о том, как пробки в городе из-за новых светофоров. Я говорю, социально-экономические последствия для семей. Я куда тут пойдут работать? Сплошную. Куда пойдут работать сотни кондукторов? Вы об этом подумали? Так и не все водители могут устроить. Не знать. На Лакатске, по-моему, в эфире говорили, что это не проблема. Алексей Владимирович, как бывший работник УТИСа, вы знаете, что на комиссию предоставляется определенный пакет документов. Я говорю, вы просчитывали социально-экономические последствия. И в том числе те документы, которые вы... Комиссия по безопасности, это формально. Вы дайте ответить. А мне не интересно, что это... Так вы же задаете ответ. Она говорит о вещах, вы поймите. Ну дайте человеку... Товарищ юрист говорит о вещах, которые сейчас не относятся. Я спрашиваю о просчете. Вы знаете, что такое комиссия по безопасности? Причем здесь просчеты социально-экономические? Она вообще из разных. Дайте возможность высказаться, она все скажет. Ну тогда, по-моему, мы сейчас не можем отличить яблоко от лепешки горячей. На то, что вы не даете возможность высказаться. Слушайте, вы тут в два дня уже... Вы два дня уже на мозг выносите. Не отслушайте то, что... Такую чушь несете. Вы же буду несете, ей-богу. Хорошо. Вот это же жестикуляция. Каждый день. Вы так и не ответите. Давайте. А вопросов было много. Проблема детей. Можно сказать, а? Вот смотрите, сегодня вот те представители, те работники администрации, которые сегодня здесь есть, в рамках своих полномочий, в своей компетенции мы высказали то... Про компетенцию вы видите, что у вас сотрудник не относится. Зачем вы опять перебиваете? Алексей Владимирович, давайте так, я понимаю, что та позиция, которая высказана стороной администрации... Позиция, это объективная реальность, у меня до сих пор не знаю, она не устроила сегодня участников совещания. Подождите. Его безграмотность вас устраивает? Лично вас, как руководителя, вы его прямой руководитель. Ну, вас устраивает? Решение соответствует должности. Он вас слово связать не может. Решение соответствует занимаемой должности будет на самом деле приниматься работодателем, либо Евгений Витальевич сам должен сделать соответствующий. Но сегодня, когда таким обществом начинать человеку такие вещи, вы там никто, вы и не имеете права и увольнять. Ну, наверное, это не совсем корректно. Она в Киевске отвечает. Слушайте, не совсем корректно. Вы выставили. Вы свое мнение высказали. Вы свое мнение высказали. Вы вопрос задали, вы ответить на них не можете. Я еще раз. Да, в том... Вы отвечаете не на те вопросы. Вы нам вернете муниципальный транспорт и наших перевозчиков местных. Я не говорю не про пазики. Пусть они тоже обновляются. Вы дадите им возможность выйти на конкурс. Не миллиардными какими-то дикими контрактами. По открытию дополнительных маршрутов, я правильно понимаю? Ну, возможно, вы дали такой конкурс, кто открытие. Вы вот выборами занимаетесь, вот и занимаетесь. Алексей, ну вот чего вы всех это. Чего всех расставляете по местам? Все правильно делает. Ребята, давайте выясним. Всем открывает правду. Как есть. Вот, хозяин Питер Авто. Его здесь нету. Знаете? А где? Сын!
Матвиенко, госпожи. А вы не уверены в этом? А я уверен в этом. Уже пишут в соцсетях, что это госпожа Матвиенко и ее сын. Кто знает об этом? Я могу прокомментировать. Это мне сказал водитель. Почему вы об этом молчите? Почему вы не пригласите питеравтов сюда? Хоть одного представителя, чтобы они нам доказали о том, что они поступили законно. О том, что они зашли на конкурс с автобусами. Они пришли без единого транспорта. Без единого, вы знаете. Кому-то был шанс. Ваши не голословные? Почему нет. Это? Мадам, врачка не может управлять страной. А это я вам говорю как потомок аристократов. Не может. Во-первых, она не, не может. Не надо. Вы либо идите тогда туда, где вы в состоянии защитить свои права, своих детей. Уважаемые товарищи, вы не можете защитить понимаете? Права общественности. Вас спрашивают, вы молчите и говорите. Да вы все быдло намекаете нам. Ну вот как раз вы так не намекаете вы на это. Я вот одна там озвучивала, что администрация города это слуга народа. Не возражаю. Не возражаю. Совершенно не возражаю. А получается народ просто... А вы быдло с себя ведете. Просто... уничтожает. Вы все для себя должны решить. Вы с людьми. У вас люди или это вы быдло. Вы на вашу голову вешаете уже который ответ. День. Тихо, тихо, тихо. И который месяц. Тишина. Ответьте на вопрос. Ай-яй-яй. Там же маска. В чем проблема? Что вы мне хотите поставить в упор? Я вам... Да ничего они не могут сказать. Я вам конкретно говорю. Вы вырезали муниципальный транспорт. Где здесь популизм? Вы убрали, понял, что муниципальный транспорт. В городе остался муниципальный транспорт. Да, нет. 88 Гавка, вообще гавка! Мы, в свою очередь, горожане, будем требовать отставки всех причастных к транспортной реформе. Надеюсь, кто чувствует себя мужчиной, сам уйдет со своих постов. Уволится или рассчитается, или как угодно, или дождется, пока их уволят. Да о чем? Тут мужчин нету. Тут среди представителей. Сегодняшний дальше, дальше продолжение нашего диалога я не вижу. Сейчас 5 часов они выезжают. Благородные мужчины сами бы признали свою неправоту и подали в отставку. Они стояли и молчали. А когда их пытаются задать вопрос, они отвечают какую-то воду, которую мы слышим из года в год. В разгар пандемии, в разгар пандемии. Это просто уголовное преступление, делать такие эксперименты над людьми. Сейчас разгар пандемии. Сколько людей заболело из-за ваших действий? Как вы думаете? Я думаю, сотни людей. Просто не все обратятся в больницу. И не все доживут до больницы. А зачем? Зачем? Меньше народу, больше кислороду. Как говорили знаменитые музыки. Когда мы повысили налог на воздух, стали мало дышать. Подобная реформа – это преступные действия. Что давайте? К вам народ обращается. Народ. Вы сейчас давайте не будем. Вы такие философы. Так а вы их не даете играть. Не даете. Вы вчера сутки брали. Вы собираетесь. Вам дали ответ на стоп-предложение. Юридически нельзя продлить свидетельство. Юридически нельзя. Вам зачитали почему. Если вы не считаете, если вы считаете, что мы не приловом входим. Нет такого. Под посторонним порядком. Зачем вы журналисты сегодня говорите людям? Все друг друга услышали. Конкретно поставили вопрос. Зачем вы нарушаете текстовую бумажку? Что ответить? Что конкретно? Ответьте нам на вопрос, когда вы вернете обратно маршрутную сеть, которая была построена годами.
десятилеткой. Минимум 20-леткой. Минимум 20 лет. Ничего не отработано. Мы как не можем никуда доехать, так и не можем. Понимаете, мы не против введения новых автобусов. Без проблем. Вы верните все, как было. Если вы не можете за раз с этим справиться, и давайте это постепенно. Пусть постепенно, в течение 2-3 лет, предприниматели наши местные меняют автобусы, раз вам необходим новый транспортный состав. Зачем нужно было убирать маршруты для людей, которые без пересадок могли бы добраться с одной точки в другую? Сейчас на это уходят 3 пересадки, 4 пересадки. Дети, 7-летние дети теряются в этих автобусах, потому что они не знают, куда и на чем им доехать. А им без разницы. Никого не особочка в него. Когда? Когда? Мы каждый день можем всегда приходить, только ответа мы не получаем. Мы получаем только заученный текст. Все. Вопрос задали, ответьте на вопрос. Как ты будешь делать час его работы? Ответьте на вопрос. Когда не работает, это не работает. У них ничего здесь не работает. Ни микрофоны не работают, ни люди не работают. Они место время тянут. Я вас не слышу. Я не слышу вас. Тихо. Вас все спрашивают один и тот же вопрос. Все задают. Когда вы отмените данную реформу? Когда вы станете сюда ходить, они спокойно сложат руки, они этого и ждут. Мы этого ответа не получим ровно до того момента. Давайте так, когда они спокойно постоят, помолчат, как бы вы сменили и благополучно на этом все закончится. Где наш уважаемый мэр? Второй день уже ждем. Не Новоходск, не мэр. Где наш уважаемый мэр? Тот человек, который замутил вот это все. Тот человек, который виновен в транспортной реформе. В том, что она не прошла нормально. Где этот человек? Где слуга народа? Вчера мы ждали, сегодня ждем. Встречу с Севелевым и Кузнецовым.